Дорогая Apple, ведь нельзя же год подряд то здоровыми айфонами нас пугаете, то вот такие огромные айпэды выпускаете, то сейчас безвкусные чехлы представили. Это что вообще за ублюдок? Это, по-вашему, совершенный дизайн для чехла зарядки? Что бы вы ни говорили, но сейчас ваши идеи уже доходят до дебилизма. По дизайну у iPhone 6s Smart Battery Case 2 база. Браток, чё ты такой горбатый-то? Кто тебя таким уродцем-то сделал? Признавайся. Ты чё, беременный анонсированным маленьким 4-дюймовым айфончиком, что ли? Нет, правда. Что-то мне кажется, что они туда 4s пихнули. Если бы был у меня на руках, сейчас с интересу расковырял бы его. Да, как заверил производитель, он продлит время разговора до 25 часов и будет способен работать в интернете через 4G до 18 часов. Ну правильно, за $99 он и не такое должен выдавать. Учитывая все ваши возможности, купертиновцы, по внешнему виду вы должны были всех отлупить. Сделать данный чехол самым тонким из всех, которые есть на рынке, чтобы был без всяких дурацких горбов на поверхности. Разве современные технологии не позволяют вам сделать его таким же по толщине, как обычный кожаный или силиконовый чехол вашего же производства? Вот чем он отличается от других подобных гаджетов? Тем, что он умеет выводить проценты своего заряда не только через индикатор на корпусе, а и через центр уведомлений? Все это мелочи. За $99, кто знается в таких продуктах, можно купить аксессуар гораздо красивее и энергоэффективнее, чем такой же гаджет от Apple. Например, MoFi JuicePack Air выдает мощности намного больше, чем iPhone 6s Battery Case. У первого 2750 мАч, у второго же энергии значительно меньше – 1877 мАч. А по времени работы это больше, чем 3 часа разницы. Вдумайтесь. Можно попробовать на Алиэкспрессе купить, там не то что на 2750 мАч, там на 4200 мАч футляры есть. Конечно, по облику они как Battery Case от Apple, дебильные, но заряд они держат хорошо. Держат еще больше, чем Battery Case и MoFi JuicePack Air вместе взятые. А самое главное, продаются от 13 до $20. Или, друзья мои, есть еще более модный вариант – внешняя батарея. Примером у той же MoFi есть экземпляр по имени Power Station 3X за $79. Тоненькая, компактная, симпатичная батарейка на 6000 мАч с двумя USB-портами. Так с ней вы не только телефон зарядите, еще и планшет подзарядите. Или же сразу две мобилки – своего дружбана и свою. Чехлы – это не совсем правильное решение. Они делают наши телефоны более громоздкими. А Powerbank – самое оно. В любой момент из кармана или из сумки вытащил и запитываешь. Я так понимаю, что купертиновцы в очередной раз захотели войти в новый для себя рынок. Сказать: «Смотрите, мы выпустили крутой чехоль-зарядку». А на деле вы сами видите, что есть варианты намного круче и, самое главное, дешевле. Поэтому в этот раз я ставлю минус Apple. Не переубедили. Парни, старайтесь. Вы же умеете делать вещи. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на мой YouTube-канал для следующих видеообзоров. С вами был я, Алекс Гейч. Пока.